ГАИ отправили в Твиттер. Во время неформальной встречи с руководством ведомства представители общественности призвали госавтоинспекцию активнее пользоваться социальными сетями. Ведь именно там сосредоточена большая часть жалоб водителей. Тем более, что положительный опыт общения с активистами из народа у ГАИ уже есть. В качестве примера готов привести, вот мы с Александром, в общем, долго обсуждали тему ввода светофорного регулирования на Вилонской и Волжский проспект. Очень долго. Там изначально, скажем так, мы тоже были против ввода светофорного регулирования. Потом пришли там к одному единому мнению. Посчитали там интенсивность, аварийность, определили, что светофор нужен. Пользуясь случаем, приглашенные рассказали о своих наблюдениях за работой инспекторов. 80-100 автомобилей за ночь эвакуируют. Ну, сутки. Не с мест для инвалидов же, а всего. Вообще эвакуация происходит. То есть, в том числе с мест, где знак не соответствует ГОСТу. Есть такая проблема. Но больше всего жалоб на дороге. В решении этого наболевшего вопроса представители общественности предложили объединиться с чиновниками. Почему? Вопрос, причина, почему? Да, то есть разобраться в причине, а почему это происходит. Вы не убираете, потому что что? Потому что нет бюджета? Вопрос, почему его нет там, да? Потому что просто кризис, его нет? Или потому что его увели на непонятно что и непонятно как потратили, да? Это первый момент. Второй момент, ну, как бы завзаимодействовать и понять, что да, вот ответственный, окей. Может быть, уже там найдутся, допустим, люди, которые точно так же, как мы там где-то собираются и что-то там пытаются делать. Наверняка оно есть, просто мы не знаем. Многие не знают, что мы сегодня собрались. Многие вопросы не удалось задать во время встречи, но руководство ГАИ обещало рассмотреть их уже за ее рамками. Наталья Ширяева, Людмила Данилина, Андрей Тишин. Специально для 63.ру.